Красноярск ждет очередное отключение горячей воды. На этот раз краны пересохнут у жителей тех микрорайонов, которые обслуживает ТЭЦ-3. Это часть Советского района и микрорайон Покровский. Про душ, уборку квартиры и мытье окон можно будет позабыть на 10 дней. Исчезнет горячая вода в понедельник, 17 июня, а возвращаться начнет не раньше 28 числа. Несмотря на то, что отключение произойдет через неделю, подготавливать себя морально нужно начинать уже сейчас.